Хай, Metalhead, получил посылку от Бавини 88, еще одну. Тут должна быть Тарья. Вот. Это с Днепропетровска. 3 часа с чем-то ехать на машине. Так что вот, 35 гривен стоило. Скидочку мне сделал. Вот. Галоши на вальте с 200 гривен. Все как полагается. Вот. Сейчас будем скрывать. Посылку. Вот. Скрытие покажет. Аутопсия в прямой. Тарья. Встречайте Тарью. Трунин. Вот. Запаковано, как всегда, идеально. Вот, все подписано. Молодец, парень. Так. Можно было бы, конечно, мне поверить и сразу одной посылкой все отослать. Чтоб я лишние 35 гривен не платил за каждый диск. Ну, ладно уже, что ж. Это чувак такой, что именно. В принципе, у него, ну, может, тоже такой, что... Как у меня. Вот так набегает сумма на перевозчика. Хотя, с другой стороны, так и должно быть. Золотая середина так и должна быть. Чтоб и тем платить, и этим. И вашим, и нашим было. Всем. Всем хватало. И тогда будет все отлично, и денежки будут идти. И блага всякие материальные. Так, покупаю на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Войхол. В последнее время у меня на Фростере никто толком ничего не покупает. Ну, оптом разве что. Да, большими партиями, да, вот покупают. Ну, в других местах продаю. На Уликсе продаю. Так, при личных встречах, бывает, люди звонят. Ну, тоже, опять-таки, с Уликса узнают. Ну, в основном, да, получается, Уликс и... Ну, интернет, конечно, да, в интернет. А, на Ютубе, с Ютуба тоже люди мне заходят и говорят, вот, а у тебя там диски есть, а этого уже давно нету. А там написано, что есть, а где там написано? Там просто ролик с тем, что диск есть. Ну, там есть диски, но не все уже. А некоторые я вообще и не снимаю сейчас. Не успеваю даже снимать. Купил, блин, и перепродал, бывает такое. Бывает под заказ. О, запаковано идеально все. Это что, под DVD, что ли? Или под CD? Кулечек. Что-то такой большой кулечек. О, запаковал хорошо. Ну, можно было, конечно, в коробку тю. Коробок, наверное, нету, блин. А есть вот такие вот штуки-дрюки. Ну, тоже хорошо. О, вот, наконец-то у меня... А я когда-то у меня была копия Universal, только с этим, с разворотом. Ну, 4-страничный буклет. Вот. Ох, а это тяжелый, да. Ну вот, как и на Дискоксе, как я ему. Вот, будет у меня этот альбомчик. Я его это продал, короче, у меня много лет не слушал его диск. И продавал долго. Вот, и чувак купил диск у меня. Не помню. А, ну да, оплатил его, потом я его поставил послушать. И думаю, блин, нафига я его продаю, классная тема. А потом подумал, да ну этот копия, лучше куплю фирму себе уже. Потому что этот альбом шикарный. Это альбом бомбовый. Самый первый проект Тария. Ну вот, FPI, все. И, ну, фирме, ну понятно, этот
чувак подставлять не будет. Он в дисках понимает, это не мутный, блин. Мутный недавно тут объявился. На Фростере он, на Фростере его не знаю, нету. Ну, на Фростере есть другие люди, которые его диски продают, я так понял. Вот, не буду их раскрывать. Пригодятся еще, как говорится, не плюй в колодец, что пригодится. А мутный сам есть на Улыксе Владимир Николаевич. Написал, надо было еще Семенькин написать. И это, мутный, или мутный лучше бы кличку написал свою уже. О, отлично. Классно. С буклетиком. О, отлично. Буклетик полноценный. Ну, коробку поменяю, но новую, понятное дело. Тут коробка немножко убацанная. Ну что, я доволен. Спасибо. Еще куплю у него диск один. Попозже чуть. Запаковано все идеально. Барни 88. Рекомендую. Попросил отправить вчера до 17:00, чтобы сегодня получить. Вот сегодня, вот сколько, еще 12 не было, а уже мне смс-ка пришла, что можете приходить забирать посылку. Так что Днепропетровска до Харькова, 3 часа езды на машине. Так что вот, пожалуйста. Классная тема. Все, я доволен, я счастлив. Буду слушать и наслаждаться музыкой. Вот. Потом еще что-нибудь куплю, И, так сказать, и новая почта будет. Тоже свои дивиденды ж получать. Надо со всеми считаться. Эгоистам в этой жизни не везет. Тот, кто эгоист, тот нифига не имеет. И смотрит на других, кто иллюзорно успешен. Все, пока-пока. Желаю успехов, Макс Вехов. Пока-пока.